Места для спортсменов уже не хватает, и они начали осваивать новые территории. Для них солнечные поляны расширяются в сторону Красного Ключа. А вот пустырь этого спортивного комплекса вскоре адаптируют для семейного отдыха. Здесь планируется возведение детского городка. А тематика – это какой сказки? Или это... Это, вот, допустим, одна полянка, там одной сказки можно сделать. То есть на заказ они, наверное, могут. А кто это производитель? Екатеринбург. Антивандальные и невыгорающие фигуры привезут с Урала. Строительством комплекса займутся нижнекамцы. Организаторы и авторы идеи – руководство Танека. Они также планируют реконструкцию сцены и елочной площадки. Нижнекамцы таким новшествам рады и ждут скорейшего преображения. Вообще... Только вовремя быстренько построили, чтобы не затянулось лет на 10-20, пока уже дети не выросли и до пенсии уже не дожили. Уже в пятницу на очередном совещании представят концепцию и проект поляны. Подрядчик готов заняться общеподготовительными работами, а закончить строительство планируют осенью этого года. Александр Комаров, Марсель Джураев. Новости НТР.